Hello, друзья! С вами StevPro, и сегодня вторая часть прохождения карты быстрой постройки в Майнкрафте PackTration. По многочисленным просьбам я решил записать вторую часть прохождения этой карты. Возможно, вам понравилось, но я не знаю. Но мы сейчас, как всегда, выберем одиночную игру и начнем эту игру. Так, нажав на кнопку Play. Так, ну что ж, вы готовы, ребята? Ну, я точно готов к этой игре. Ну что ж... Как всегда, подходим к кнопочке старт и начинаем. Так, ну, сражение, по идее, довольно легкое, но вы знаете меня, и я, возможно, это не запомню. Да, это довольно сложно. Сейчас 100% затуплю, потому что я не был готов. Так, так. Так, это для меня первое честное сражение. После того, как я проходил карту, я больше ничего здесь не пробовал. Так, как же там было? Вроде вот так, так. Но время у нас опять же ограничено. Нет, золотой блок, ты был не здесь, это я точно помню. Так, здесь вроде было так. Так. Хотя нет, подождите. Подождите, что-то не сходится. Мне не хватает вот этих каменных блоков. Значит, было все не так. Так, опять же, ты поставился. Нет. Все, убираем быстрее, быстрее, быстрее. Все, ну я уже не успею, время уже ограничено. Но я надеюсь, вдруг мне повезет. Нет. А, нет, да, вот так, наверное, где-то было. Так, нет. Да, вот теперь все правильно. Вот так. Так, вот сюда. Нет, к сожалению, у нас ничего неправильного. Ну ладно, давайте начнем заново вот эту игру. А, вот так выглядели эти блоки. Примерно правильно, но нифига неправильно. Так. Вот, ну это довольно легкая постройка, которую я, наверное, успею сделать. Ну что ж, давайте начнем тогда. Так, ну. Ну все, погнали. Так, так, собираем все. К сожалению, много времени тратится на собирание вот этих сломанных блоков, но все же собрать их можно достаточно быстро, если мы будем бегать, но я боюсь побежать и свалиться вот ту яму, которая впереди. Так, ну что ж, все забираем. Я знаю, почему мне не хватило, потому что я маленько потратился с этими блоками, а все было именно так. Так, вот теперь у нас все хватит. Так. Внутри давайте проделаем пол, который выглядел примерно так. Да, слава богу, что я заглянул внутрь. Иначе мы не смогли бы сделать вот этот пол. Так, здесь по бокам стояли вот эти каменные плиты. Так. Вот так и... Вот так. Теперь у нас остались стекла. Так. Стекла вроде были вот так, но я уже не успеваю. Уже у нас кричит таймер. И у нас правильно 33-43. Да, это хорошо. 42, точнее, не хватило всего лишь 9, но это все нормально. Ух ты, ух ты, ух ты. Что я здесь вижу? Но это я 100% запомнить не смогу. Это я точно себе знаю. И поэтому я сразу могу с уверенностью сказать, что эта постройка была целиком провалена. Ну вот это я только запомнил. Это точно было вот так. И сверху был желтый блок. Наложены примерно вот так. Так, так. И, кстати, заметил одну важную фишку. Если время сначала идет медленно, но, к сожалению, потом время начинает идти довольно быстро. Так. Ну, было 100%, наверное, не так. Я уже эту постройку точно не запомню. Я и не запомнил, я запомнил только ее первую часть. Да, как видите, время начало идти очень быстро. Это связано, наверное, с тем, что скоро конец. Ну, а, эй, подождите, а где блок? Где синий блок, который я только что сломал? Эй, вы издеваетесь? Где блок? Ну, у нас хотя бы правильно 10 из 30, из 24, это хотя бы нормально. Так, ну давайте начнем. Так, нет. А вот и где был окаянный блок. Ну, не обращайте внимания на этот черный экран, это у меня такое бывает. Ну что ж, давайте пойдем на следующую постройку. И это у нас вот такая постройка, которая выполнена в зеленом или земляном стиле. Ну что ж, запоминаем ее. И, кстати, я понял одну тактику. Давайте брать только те блоки, в которых они разрушены. То есть, будем брать блоки в тех местах, где они разрушены. Потому что так легче вспоминать. Да, вот так все было правильно. Так, да, здесь было 3 блока. Да, и, кстати, тактика очень правильная. Так. Так, у нас там тоже были земляные блоки. Только я не могу понять, почему у меня 5 земляных блоков. Где еще была земля? Ну ладно, давайте сюда поставим дерево, потому что дерево здесь 100% росло. И, как видите, уже логически можно было догадаться, где у нас что. Так. Нет, что-то не сходится, мне не хватает блоков. Так, срочно убираем листву. Нет, сначала давайте поставим травку вот сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Но времени у меня же не хватает, но... Так.
Что же там было? Было, ну, хотя бы 13, ну и тоже нормально. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.